Он бутылки носит, похмелиться дает чуваку. На, пей давай! А, ты в хлам уже! И ты в хлам! И ты в хлам! Ну вы хрена, понапивались. А ты еще на лавке сидишь. Крепкий мужик, на, бухни, доваляйся, блядь, со всеми. Не хочешь? Ну и пи***ть отсюда, ва. Хреные, долбаные. И выпей, блядь, не с кем, пипец. Что за жизнь, на? Ребята, всем привет. Продолжается ежедневный марафон, ежедневных видео. И как вы заметили, утро у меня сегодня началось с Диабло. Опа, щит прошел, прошел щит. Тихо, тихо. Вот это я сдох. Я сдох, сдох. И 5 секунд и мне валяться, как говно. Вставай, кусок дерьма. Давай, давай. У меня берса нема. Сейчас опять умру. Умру, я сказал, умру. Давай. Вперед откатывайся. Я жить хочу. Хочу, хочу жить. Ёлки-палки, ёбана в рот. Блин, вот это срака. Сейчас опять умру. Вот это срака, я жить хочу, не убивайте вы меня. Я жить хочу, не убивайте вы меня. Пидоры, блядь. Долбоёбы, сука. И опять берста. Уже вечер. Запланировали сегодня выйти погулять. Там договорились о кое с кем. Сказали к 5 часам. Я к 5 часам собрался. Уже 5:48. Звоню. Когда будете? Ну, минут через 45. Короче, через час. Блять, мне бабы своей пунктуальностью просто убивают. Блять, договариваться на 5 часов и через 1.5 часа, блять, приезжать. И то есть еще через 1.5 часа. Там, где 45, там и час, мой больше. Блять. Наконец-то в 6:30 сказали, что мы уже выехали. Аллилуйя. Пришли домой, распалил такой маленький огонек. Сейчас пожарим сосиски здесь. И будем сосиски с пифом жевать. Такая типа немецкая вечеринка. Сосиски, пиво, сосиски. Бабы. Что там делаете? Свешиваются бабы. Похудела, Юль? Я похудела. Витаю вас. А ты? А, вот, видишь. Я тоже похудела. Плюс 2, да? Витаю вас. Спасибо. Это тоже перемога. Слышь, работал бы 7 дней подряд, по 12 часов, так ты тоже похудел. Сидел бы столько. Ну тут ты сидишь. Сидим культурно, пьем пиво, все вроде бы хорошо. Есть только одно но. Бабы вечно бегают курить. Мне это пипец как раздражает. Меня бросает в одиночестве на кухне, у меня стресс начинается. Что с этим делать? Как с этим бороться? Спасибо, что у меня есть мой любимый компьютер. Он меня никогда не оставляет один на один. Он круче любой бабы. Как я его люблю. А, мой хороший. Лучше любой женщины.